Привет всем и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня для вас дизайн с металлическими осенними листочками. Звучит интересно? Тогда оставайтесь со мной и всем приятного просмотра. Ко мне приехала посылочка от Uberchick Beauty. В ней было три плитки. Одна осенняя с разными листиками разных форм, размеров, дизайнов и прочее. И две плиточки к Хэллоуину. Также в посылочке было два прозрачных больших штампа, каждый из которых имеет очень мягкую подушку, они большие, через них хорошо все видно. Штампики закрываются крышечкой, чтобы защитить силиконовую подушку, и она не повреждалась в процессе хранения. Один из штампиков имеет более вытянутый держатель, а другой держатель имеет покороче. Оба штампа очень удобны в использовании. И еще в посылочке была плоская кисть для удаления лака с кутикулы кожи вокруг ноготка. Все это от Uberchick Beauty, ссылочка на магазин будет внизу под видео. А теперь переходим к дизайну. Для дизайна наношу черный лак из своей коллекции. Он идеально перекрывает ноготок в один слой, а нам большего и не нужно для сегодняшнего дизайна. Оставляем до полного высыхания. Для дизайна я подготовила переводную фольгу золотого, красного и зеленого цветов. Отпечатывать фольгу буду при помощи специального клея для фольги. Наносим клей на ноготок и ждем. Когда он станет прозрачным, можно переводить фольгу. Отпечатываем фольгу в хаотичном порядке разных цветов, стараясь забить полностью весь ноготок. На данном этапе рекомендую перекрыть фольгу базой на водной основе. Эту базу используют обычно под блестящие глиттерные лаки. Если вы сразу начнете покрывать фольгу топом, то она скукожится и потеряет свой блеск. Теперь я наношу средство для защиты кутикулы и кожи вокруг ноготка. Когда защита высохла, переносим рисуночек с плитки на ноготок. Снимаем защиту. На данном этапе все блестит, сверкает, переливается и не очень видно дизайн. Но стоит нам нанести матовый топ, как все встает на свои места. Надеюсь, вам понравился сегодняшний мой осенний дизайн. Спасибо, что смотрели меня сегодня. Увидимся, услышимся в новых видео. Пока-пока!